Фоновые звуки во вкладке «Общие звуки». Что это? Это те звуки, которые вы слышите во время тренировки, то есть во время дыхательных фаз или во время циклов отдыха. И пункт настроек первый – это громкость. Здесь можно задать громкость относительно других звуков в тренировке. То есть, например, 100% – это значит, звук будет самым громким относительно других звуков в тренировке. И здесь же можно выключить вообще фоновые звуки, если они вам не нужны. Давайте ставим 10% и перейдем к следующему пункту – стиль фоновых звуков. Здесь же можно прослушать, как эти звуки будут звучать фактически во время тренировки. Да? И здесь же можно выбрать свой файл в качестве фоновых звуков. Давайте это сделаем. Найдем, где у меня тут музыка. И выберем, допустим, вот этот трек. И сразу же мы его можем прослушать, как он будет выглядеть со всеми затуханиями. Да? Вот так. И следующие два пункта. Это время затухания и уровень затухания. Это характеристика уменьшения звука в конце фазы и увеличения его в начале следующей. Для облегчения понимания давайте я вам покажу картинку. Вот наш звук, да, громкость звука. Фаза вдоха. И вот 3 секунды до межфазного перехода, и звук, громкость звука начинает падать. И упадет она на 80%, то есть останется фактически 20% от начальной громкости звука. И вот насколько упадет, это уровень затухания, а сколько секунд, это время затухания. И точно так же в начале следующей фазы, то есть звук за 3 секунды вырастет в громкости до нормального уровня. И здесь можно поиграть с этими настройками, как вам будет звучать лучше всего. И последний здесь пункт – это тишина в фазах. Если мы отметим галочку здесь, это значит, что фоновый звук во время этой фазы не будет воспроизводиться. Ну, допустим, некоторым людям проще задерживать дыхание во время тишины, да? Ну, также для цикла отдыха это можно применить. Вот и все. Звучащих вам тренировок!